Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, описание картин Луи Мишель Ван Ло. Портрет Филиппа, короля Испании, написан около 1739 года, холст масла, 154 на 113,5. Большая картина. На портрете король Испании изображен облаченным в доспехи и стоящим на фоне пейзажа. Он открыто смотрит на зрителя, эффектно поставив руку в кожаной перчатке на талии, повязанной ярко-алой развивающейся ткани. Мастер прекрасно передал фактуру металла, шелка и кожи. Колорит полотна построен на сочетании приглушенных серых, голубых, зеленых и коричневых оттенков. Виртуозно выписанные яркие акценты не только дополняют и оживляют живописный строй картины, но и привносят в нее интонацию торжественности. Луи Мишель Ван Ло – представитель прославленной династии французских художников нидерландского происхождения. В период с 1737 по 1752 год был придворным живописцем испанского короля Филиппа V, а в 1752 году назначен на должность директора Мадридской академии Сан-Фернандо. Вот такое описание нашел картины «Портрет Филиппа, короля Испании» Луи Мишеля Ван Ло. Все, всем пока, всем привет. До свидания.